Слава Ісусу Христу! Номер 1060. События дня. Второзаконие 25.17. Вот прочитайте. Каждый день я повторяю это тем, кто нападает на людей, которые с нами знаются. Так что приходится у них только так, буквы ставить. Совершенно осатанелые люди. Называются православными. Заливает грязью и куда? А никуда. Просто уничтожать, чтобы их, и все. Амалек будет изглажен из Поднебесной. Наше объявление. Можете тут тормознуть и прочитать. То есть детям в руки деньги не даются, а что нужно покупать, сама община купит. И вот тут переписка была ночью вчера. Наталья переписывалась с Дмитрием Лемишем. Наталья Усата. Этих людей открыто называю. Их уже долбили, эти изверги рода человеческого, нападающие, заливающие все своими рвотами. И они им дали отпор, дальше не знают, что. Это ролики, проповеди мои смотрели, как милиция нападает. Попы идут, милицию бегут. Мы в деревне приезжаем где-то, начинаем работать, раздавать по домам, собирают. А попы беснуются в полном смысле. Материалы крещения Евангелия, Евангелие от Иоанна, они тоже рвут их и жгут в церковной ограде. Ну, как это понимать? Священные одежду носят и все. Ну, слуги дьявола, уничтожители Слова Божия. Я не о всех говорю, конечно, а те, которые есть. Вот так поступайте с ними и показывает, рвет при всех Евангелие, материалы наши о крещении. Он ничего не может ответить, если его так прицепить на крючок-то. Тормозите и... Здесь она говорит о Дмитрии, ролике Дмитрия Кузнецова, тоже человек полностью, кажется, с катушек сошел. Все против Евангелия, тоже начинает там перепечатывать, издавать, но выбрасывать, что там есть. Перевести, конечно, не может, грамоты никакой, видно, что сам-то какой весь. И все равно творит то, что вздумает. И вот о них пишут, которые знают. Я буду сейчас про... Носить быстрее, вы тормозите и считайте. Такая большая довольно переписка. Ну, это у меня тут другое уже совсем, проповедь в стихах, где нужно найти. Это очень интересно, где запрещена видеосъемка. 5 мест. А остальное уже нет. Ну, вот так. Что вчера? Суббота была, за 11-е число.
Володя ушел помыться за хлебом, который нам печет Щукина Неонила. Я дома. Вчера температура сразу была плюсовая. В пятницу, кажется, а в субботу сразу 27 мороза. 27. Ну что, вечером богослужение было без батюшки. Показать свои ресурсы. Ну, главное из них, конечно, это к истинному православию нашего. А, что-то тут маленько не то я показал. Вот. Мой мир. Вот выставлено много фотографий. Ну, много, много. 22 418 наших фотографий. 13, так. И тут и видео 9500. Сюда уже не стал переносить. Много. Ну, тут группы, все остальное, друзей. Друзей. 4195. Так. Узнаю, который фотографию заменяет, но там на машину сразу выкидывает или черные очки надевает. Гляжу, другие все. Я их проверяю все время. Один раз 1500 друзей выкинул. Было 1000. Наши правила такие. А то отворачиваются, чтобы глаза были видны. Заочно. Или... Смотрю, он играет на игры. Игры тоже кто играет, не берет. Они ничего не считают, не видят. Они одержимые демонами. И вот наш ленточный православный форум. Очень хороший. 1607. И вот православный видеоканал. 13 тысяч роликов с гаком. Ругаются, заходят. И во свете Библии православный библейский сайт. Очень богатый. Считаю, что равных ему нету. Ну, нету. 2500 часов только звук. Так это было. Да еще беседы не открыты на такую же сумму часов. Ну, на этом сегодня все. Сейчас идти в воскресенье, в храм.